Здравствуйте. Сегодня мы вам продемонстрируем розлив гипертонического раствора через мембранную фильтрацию в пузырьке кровоизменитель 250 мл. Сначала покажем вам точность дозы. Фильтр 0,45 микрометров. Пропускная способность. Давайте приступим. Как видите, раствор фильтруется. Покажите. Точность дозы высокая. Скорость можно увеличивать налива. Это мы вам показываем на демонстрацию. Да, бутылку лёг. Продукт сам засасывается из емкости. Также сопло можно закрепить на штатив с держателем, чтобы не держать вручную. Давайте еще раз зальем. Фильтра многоразовые, стерилизуются, автогравируются, промываются обратным ходом любыми моющими растворами. Все, спасибо.